Уважаемые любители единоборств, присмотритесь, пожалуйста, к этим лапам. Они не профессиональные, они любительские, но для тренировочного процесса идеальные. Вообще класс. Изогнутые, это раз. Во-вторых, внутри здесь находится шарик, который не дает при ударах вылететь этой руке. Фиксирующая по ширине руки липучка. Все швы четкие, хорошие. Да, кожзаменитель невысококачественный, но достойный уважения, я вам сразу же говорю. Так что лапа хорошая для того, чтобы тренировать детей, подростков и просто для домашнего вида спорта. Классная лапа, серьезно. Толщина ударной подушки составляет приблизительно 7 сантиметров. Состоит из двухслойной пены. Как вы видите сами, вот по качеству никаких проблем как таковых нету. Есть микронюансики вот такие, но это не беда. Цена, качество. Так что я как тренер вам рекомендую. Приобретайте, ребята, не пожалеете. Для любительского вида спорта идеально. Супер, класс. Вообще, отвечаю за слова.